Ярзат Карашева. Также с супругой прошли обряды Будды Манджушри. 20 уровней зла. Проходим Сангай 58. Месяц активно делаю практики. Ставлю защиту, читаю мантру Ганапати. Буду под монетры Садхану благополучия Шанкара 23. Читаю коды из обновленной ступени. С утра на все чтения посвящаю 2 часа. Хотел спросить, можно ли все это читать и практиковать? Можно. Или необходимо что-то исключить? Жизнь так устроена, что когда человек читает мантры денег, когда человек работает эзотерически и энергетически, то он должен знать, что что-то должно заставить его шевелиться. Именно поэтому я хочу вам сказать, если вы хотите, чтобы мантры срабатывали, то сколько читаете мантры, столько же занимайтесь физическими упражнениями. Так мантры срабатывают в 100 раз быстрее. Допустим, вы 2 часа читали мантры, 2 часа на орбитреке, или 2 часа приседайте, или 2 часа отжимайтесь. То есть должны быть какие-то конкретные физические усилия. Тогда срабатывание мантр будет в 1000 раз эффективнее. Это связано вот с чем. Допустим, я человек, который привык зарабатывать тем, что я физически тружусь. Я разгружаю ящики, но я решил закончить это все. Взял мантры денег, манипхадры, и теперь я каждый день 200 раз читаю мантру манипхадры. У меня на это уходит 2 часа, но кармически я еще не изменился. И мне для того, чтобы деньги пришли в мою жизнь, необходимо, чтобы я 2 часа потел, или 5 часов потел, или физически трудился. По-другому у меня не получается, как бы карма навязала мне физическую работу. А когда я дома читаю, то нет физической работы. Физическая работа, она может быть связана с эмоциональной работой. Поэтому, когда человек кричит или переживает, он тоже может быть вспотевать и так далее. Ну и вот что происходит. Вы почитали 2 часа сегодня мантру, 2 часа завтра и в течение месяца. И тут у вас в семье сумасшедший скандал. Все начинают орать, беситься, нервничать. Вы говорите, да что ж такое, денег не пришло. А денег не пришло, потому что вам нужно как-то потратить энергию, которую вы накопили. То есть ваше физическое тело, оно должно было отплясать, а оно не отплясало. Поэтому если вы читаете и не хотите, чтобы были скандалы, то читайте 1 час и час приседайте или бегите. Тогда у вас будет больше шансов. Тогда вот деньги придут уже сами.